И вот это мне попалось. Знаете, я сейчас появились мои, благодаря Павлу Троценко, мои короткие статьи. Это те же, переделанные из этого, из видео, с детскими фотографиями. И они появились. Достаточно часто я их начал встречать в этой, в Яндексе. Но на мою тысячу приходится вот таких. Ну, не мог пройти, ну, не мог, не тема, вот, это, ну, с другой стороны, сейчас еще до половины России еще зимы нету, это знаете прекрасно, вот, где-то минус 15-10, вот, Сибирь, Урал, вот, и север России, а где-то еще плюс, и время прикапывать, и люди будут садить, вот это есть прикоп на смерть, сам испытал, утверждаю, есть три варианта, я пока коротко, по железу вертикальный прикоп, одновременно посадка на постоянное место. Вот. Третий способ – это гниение, потому что сюда попадет, будет рыхлая земля насыпана, она сработает роль губки. Здесь будет стоять вода, что такое вроде бы мякиша, чуть ли не лужа. И здесь сгниет абрикосы, груши обязательно, и подпортится все остальное. Так? Вот. А это неграмотные люди писали, это третий вариант. Второй вариант, как у Мичурина. То же самое, но повыше. У него получалось так, что вот на уровне земли вот так вот, вот так вот, так вот. Поняли, надеюсь. То есть большая часть под землей лечит только корни, а все остальное над землей, но на, пусть боком, но все-таки холм насыпан. Ну, как Бог объяснил, потому что мне сейчас найти фотографии из тысяч, тысяч. У меня есть фотографии, все. Вот. Сходу не найду. Я вам объяснил. А вот это третий способ. Самый дебильный, несмотря на то, что кто-то с умным видом все это сохраняет до весны. Не до весны, а до костра. Вот. Не удержался, опять не удержался. И здесь не удержался. Очередная реклама, приводчий секатор. Ну, ну и черт с вами, ну покупайте, понаделайте ошибок. Уже сколько я, 10 лет, как я толдычу, что это все подлость, предательство, что эти секаторы не дают нормального этого самого привычного, не дают этого. Но не выдержал, потому что это ж у него так умудрится привычка, вот, чтобы такая рана, и чтобы мы ее, те, кто покупает, не видели эту рану. Я уже не выдержал, остановил и сфотографировал. Любуйтесь. Вот. Они, у них даже для рекламы нет ни одного. Я уже как-то прикалывался. 5 лет они привали, 5 лет они результатами делились, хвалили, присваивали за первые места людям, купившим секаторы, премии. И там из нескольких десятков фотографий не было ни одного полноценного дерева. А это лучшие были.